Они воруют, хулиганят, крушат и ломают, даже убивают. Это отбросы животного мира. Они отвратительны. Они бессовестно нарушают все принятые человеком табу. Они сами в этом виноваты? Или такими их создала природа? Звери хулиганят. Для начала познакомимся с отъявленными пьяницами. На карибском острове Сент-Китс зеленые мартышки ведут сумасшедший образ жизни. От бутылки их просто не оторвать. Этих обезьян завезли сюда в 17 веке, и они просто обезумели. Единственное средство, способное утихомирить их, — это алкоголь. От местных жителей они не ждут больше бесплатного угощения. Зато с радостью веселят туристов в баре. И жадно лакают всевозможные дармовые напитки. Как и у людей, у каждой обезьяны свои отношения с дьявольской водой. Одни – трезвенники, верные безалкогольным напиткам. Другие предпочитают пить только в компании. Но есть и настоящие алкоголики. Надо же, эти парни не на шутку разгулялись. А что еще хуже, пристрастия родителей алкоголиков передаются по наследству их детям. Почему они это делают? Странно, но подобное поведение идет им на пользу. Самые заядлые выпивохи получают наибольшее уважение и становятся вожаками стаи. Этим ребятам не обязательно вступать в общество анонимных алкоголиков. В другом баре собирается иного рода компания. Всем хорошо известно, что пчелы много трудятся. В мире пчел с дисциплиной строго. Неподчинение опасно для жизни. Эта пчела ищет, чем бы полакомиться. От сахарного сиропа липы отказаться невозможно. Но этот густой концентрат вскоре превращается в алкоголь. Реакция организма пчелы на алкоголь ничем не отличается от реакции человека. Наглядная демонстрация. Полет в нетрезвом состоянии. Ей чудом удается вернуться в свой улей. Приземление, точнее сказать, аварийная посадка – зрелище не из приятных. С пчелиным обществом шутки плохи. Пчелы знают, как проучить лентяя. Улей находится под серьезной защитой. Охранникам не составляет труда вычислить пьяного рабочего. Этот парень не в первый раз нарушает правила. Пчелоохранники яростно кусают его за ноги. Это заслуженное наказание. Злостные нарушители лишаются не водительских прав, а своих ног. Но не только алкоголь дурманит животным голову. Грачи валяются в муравейнике, чтобы опрыскать перья их ядовитой кислотой. Ежи ищут креозот, чтобы предаться безумной страсти, вылизывая спину. А кошки впадают в экстаз всего от двух листочков кошачьей мяты.
Но если вы хотите увидеть настоящий притон наркоманов животного мира, отправляйтесь вглубь мадагаскарского тропического леса. Этот черный лемур совершенно потерял голову. Чем же он себя травит? Гигантскими многоножками. А они в буквальном смысле ядовиты. Достаточно слегка надкусить голову многоножки, чтобы вызвать у нее защитную реакцию. Тогда из нее выйдут ядовитые вещества, среди которых есть цианид. Этого-то лемурам и надо. Они растирают химический коктейль по всему телу. Токсины – мощное средство для отпугивания насекомых. Но они также являются наркотиками. И чем больше его лемур втирает, тем большее удовольствие он получает. Это настоящее злоупотребление наркотиками. Черные лемуры – наркоманы, сидящие на многоножках. Они постоянно ищут свою ядовитую дозу. Определенно, он поступает не очень хорошо. Но, по-видимому, преимуществ у средств для истребления насекомых больше, чем недостатков. На самом деле, никто здесь ничем не злоупотребляет. Лемур не наносит никакого вреда своему гигантскому соседу. К сожалению, когда человек попадает в мир дикой природы, он больше всего вредит местным обитателям.